центре села Ханчалы проходит водосточный канав, куда жители сливают отходы животных и мусор. Все это стекает прямо в озеро. По словам жителей, причина всего этого – отсутствие мусорных баков. Грузия, согласно договору об ассоциации с Евросоюзом, обязана провести международных требований охрана окружающей среды и защита экологии. Как местная власть должна исполнить эти обязательства и что делается в муниципалитете, узнали от мэра Нинасмисского муниципалитета Аниварда Мусуяна. Как вы знаете, основным направлением нашего муниципалитета является очистка территории, потому что не только в одни Ханчалы зафиксированы факты и в других селах, в других окраинах сел в основном. Наше население, могу сказать, что недобросовестно относится к своей окружающей среде, загрязняет ее. В этом году, в 2018 году, мы вот буквально сейчас уже у нас состоялся тендер, мы подписали договор, приобретаем контейнеры для сбора этого мусора. Вот практика показывает, что есть у нас села, где установлены мусорные ящики, но все равно они загрязняют улицы села. В прошлом году часть территории озера Ханчалы, которая входит в Джавахетский национальный парк, была очищена от бытовых отходов со стороны работников национального парка, где также помогла мэрия муниципалитета. Но данный субботник не решил проблему, так как жители все еще выбрасывают мусор. Озеро охраняемое, а население выбрасывает мусор в тех ручейках, которые не под нашим контролем. А эти воды этот мусор заносит вот в озеро. А потом, когда во время плавноводья, какую-то часть выбрасывает на берег. Мы этот мусор собираем. Ну, как вам сказать, ну, если так продолжится, не будем принимать меры, ну, погибнет озеро. Необходимо отметить, что территория национального парка является важным источником сохранения флоры и фауны нашего региона. И такое небрежное отношение к природе в дальнейшем может привести к необратимым последствиям.